Мэнчики и вумчики, безусловно, приветствую. В предыдущих своих видео я говорил, что если на Пандао будет нормальная распродажа или скидка, то я закажу. Но распродажа на Пандао с 22 по 24 марта не случилось, было издевательство над людьми. Об этом посмотрите видео по подсказке здесь. И я принял решение ничего не покупать на этой, так сказать, в кавычках, распродаже. Но сегодня утром бот по Пандау присылает мне оповещение о том, что на Пандау появился интересный телефон. По интересной цене, конечно же. Это Asus Zenfone Max Pro M1464. Ля, нахера такое название длинное это делать? По стоимости 8200 рублей. Например, это не реклама, в DNS он стоит 16 тысяч рублей. На AliExpress... Даже на распродаже, то есть на большой реальной распродаже на Тимоле, которая вот состоится через пару дней, он будет стоить 11 тысяч рублей. Ну а без скидки он стоит от 13 тысяч рублей и выше. Глобальная версия, хочу отметить, что я вот купил глобальную версию. За 8200 рублей. Сейчас вы увидите процесс заказа на своих экранах. Когда я снимаю это видео, можно еще купить этот телефон, то есть нам выкинули не одну косточку. Теперь это не похоже на то, как хозяин выкидывает собакам одну косточку и смотрит, как они друг другу шею порвут за эту кость. Там реально можно купить, я наблюдаю, как это много людей это делает, собственно. Но все знают, что я никогда не рекомендовал покупать на Пандау, потому что это опасно. Если вам интересно посмотреть, что мне придет ли вообще, может быть спор придется открывать и вести спор, может быть вам это интересно тоже будет посмотреть, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, показывайте, что вам данная рубрика нравится. И мы, Мэнчики и вумчики, будем оставаться на связи.